Так, друзья, привет! Сегодня выпустил трек Rocket, называется трек «Занесло», production by Saint Tracks, Saint Laurent Viga, Incom, Slima Manco, опять 12 битмейкеров на бите, и давайте послушаем, в конце почитаем комментарии, посмотрим, есть ли людям, народу зашел новый трек. Кстати, недавно Rocket выпускал еще один трек, и вот спустя, наверное, недельку он выпустил еще один трек. Давайте слушаем. Буквальный визуальчик. Меня сильно занесло. Ненавистникам назло. Поджигаю дикий сорт. Детка ждет моему зло. Между нами снова спор. Нажимай ли кнопку спорт. Меня сильно занесло. Ненавистникам назло. Поджигаю дикий сорт. Детка ждет моему зло. Между нами снова спор. Нажимай ли кнопку спорт. Меня сильно занесло. Ненавистникам назло. Поджигаю дикий сорт. Детка ждет моему зло. Между нами снова спор. Нажимай ли кнопку спорт. Меня сильно занесло, у детки нету слов. Летим по городу дорог, она со мной, ведь я не брок. У нее спрятан мой зиплок под Сан-Лоран тишорт. Твой парень как Леброн, воу, громкий будто гром. Там в городе дурдом, в животе оксикодон. Они воруют мой флоу, деньги на мне как синдром. Белый форс, бэх опять не опель корс. Не хожу, чтобы заработать, зачем степ, он скёрт по блоку. Меня сильно занесло. Ненавистникам назло, поджигаю дикий сорт. Детка ждет моему зло. Между нами снова спор. Нажимай ли кнопку спорт. Меня сильно занесло. Ненавистникам назло, поджигаю дикий сорт. Детка ждет моему зло. Между нами снова спор. Нажимай ли кнопку спорт. Меня сильно занесло. Ненавистникам назло, поджигаю дикий сорт. Детка ждет моему зло. Между нами снова спор. Нажимай ли кнопку спорт. Итак, у него снова спор. Нажимать ли кнопку спорт. Интересненько. Пишите комменты, ребятки, как вам понравился или нет. Давайте почитаем комменты. Что говорят люди? Как всегда, лучший среди всего дерьма, который сейчас есть. Чувак, хочется нажать тебе дизлайк, но не буду. Но это, естественно, не так. Много дерьма есть. Вот, допустим, Джараха выпустил нормальный трек, где очень даже... Хорошие слова он там проговаривает. Охуительно, нет слов, пишет Будда. TL Raider пишет, лучший трек с альбома. Потом Mac Mix Play пишет, самый лучший трек на эпишке. На эпишке, ага, это когда типа один трек или несколько, там не альбом. Лури Чайн пишет, меня сильно занесло, меня сильно занесло. Та-да-та, видимо, его ему прям зашло. Этот не то, что занесло, а зашло ему этот трек. Вот. Дальше Тимур пишет, рад слышать папочку. Папочку. Отец. У Рокета есть дети? Рад тебя слышать, пишет Олег Зверь. Вот. А еще с Шмоной.ви пишет. Rocket делает мясо. Папочка вернулся. Папочка. Почему все ему говорят папочка? Итак, два ответа. Трек кайф. Понятно. А, блин, даже ответы не открываются. Дизи пишет лайк, если обожаешь этот вайп ракеты. Ну... Я не обожаю, но лайк поставлю. Бедняга, ты без одного лайка тут. Шмони Фам. Лучший трек с альбома. Еще один пишет, что лучший трек с альбома. Шмони осветил это первым. Осветил. Посмотрим чуть позже.
что делает тоже реакшены. Kisoday. Это разъёб. Просто пушка, гонка. Да, ничего себе, блин. Rocket, у тебя реально есть фолловеры, которым нравится твое творчество, твое музло. Обложка прямиком с 19 года. А почему это? Ну, обложка классная, реально. Обложка прикольная. Тот, кто сделал обложку, вообще топ. Дымок классный. Ну, вообще, идеальная обложка. Мне очень нравится обложка. И Kisoday, это мы уже читали. Вадик. Вадик пишет, не дропал 2 года. И теперь оправдывается, что его сильно занесло. Понимаете? White Top пишет, damn, bro. Leave you, this is real tech shit. Наверное, думаете, это американец или русский, просто выебывается на английском. Миксер пишет, йоу, ждал очень от Rocket. Вышло хорошо, жду more shit. Мафак. Угу. И еще один коммент пишет, Kisoday, прекрасно. Видимо, это его какой-то супер фан, либо он его друг. А вот X-Fan пишет, да, я рад, что вышел новый трек материал и как минимум 10 раз я послушаю этот микстейп. Но черт возьми, почему так бросово, Дим? Бросово. Оффбитные строчки, некоторые режут ухо. Однообразный флоу, какие-то тайбиты, нету изюминки какой-то. Если что-то не так, то поясните в комментариях. Может, я пока не выкупил. XXXTentacion написал ему с того света на русском языке. Но на том свете просто ты умеешь все и знаешь все языки. Вот и он ему пишет. Вот. Первый, кстати, комментарий, который ближе к дизлайку, чем к лайку. Лучший просто, пишет Респас Камера. Рен. Чало де Мера. Рен пишет. Чоло де Мора. Братик, респект. Отсылку видели. Кто еще видел отсылку, пишите. Напишите Рену, что вы тоже видели отсылку. Откуда столько стиля, сердечки? Легенда. Очень слабая работа. Вот он, второй комментарий, который не в хорошую сторону. Очень слабая работа. Как все на микстейпе. Не этого ждали 2 года. Слушать одни и те же слова на протяжении 5 лет из уст наркомана под разные инструменталы надоело. Делал бы как NBA Youngboy. Было простительно, но изредка слушать один речитатив про деньги, наркотики и дизайнерские шмотки под тайбиты очень слабо. Мне нравился другой Rocket. Фрешмен, подающий надежды, а не Торч, выпускающий материал раз в год. Ну, чувак, наверное, объективно посмотрел на ситуацию в общем. Был когда-то фанатом и разочаровался сейчас. Честно говоря, я немножечко поддерживаю чувака. O1V его зовут. Потому что, ну, блин, такой флоу очень часто услышишь. Очень. Я вот не знаю, как читал раньше Rocket. Но по словам этого чувака, он лучше читал раньше, чем сейчас. Ладно, читаем последние пару комментов и на этом заканчиваем. Значит, Лоули пишет. Долгожданное дерьмо, огонь. Kisoday, третий, четвертый коммент от Kisoday пишет. Четко. Сердечки, блин. Ну, это явно. Это либо сам Rocket пишет под именем другого профиля, либо это его какой-то суперфанат. Либо это его какой-то друг пишет просто, чтобы набрать дофига комментов. Трипитхитн пишет. Красава, на блоке Rocket мясо. Понятно.
Азартный лимончелло. А, нет, подождите. Азартный линолеум. Азартный линолеум. Нормально у тебя никнейм пишет. А, немного ли треков? Папа. Уже четвертый раз папа его называют. Может быть, он Рокет в своих треках читает, что он отец, что он папа, что он, да я папа, да я батя там. И вот, может быть, люди поэтому и пишут ему папа. Если не так, то пишите. Вот, Никита Скреджик пишет. 2 минуты припева, остальная микрокуплет. Вау! Это был сарказм. Итак, от Касиде еще 2-3 коммента. Блин, кто такой Кей Соудуэй? Сердечки, сердечки, жесткий щит. Ой, блин, еще один. Лучше некуда. Офигеть, это чувак. Чувак, ты палишься. Джерзи пишет топ. Чилоу Фэб пишет полная шляпа. Ясненько, 7. И его, кстати, поддержало 7 чуваков, которые, видимо, наверное, не писали комменты, но они считают, что это полная шляпа. То есть уже 8 человек. Как детка пишет на базу 100%, а я один только согласен, что на базу. Итак, это у нас 9-й коммент, да? Вот, 10-й коммент от Кисодей пишет пиздата. Триплес Xbeam пишет: Дима, я тебя люблю. Этот чувак пишет: Дима, я тебя люблю. Нормальный коммент, чувак. Итак. Ньюракс пишет норм. Канура пишет имба, бро. Тип Пексиле пишет папа дропнул. Уже 6-й или 7-й раз папа фигурирует. Снич. Оставлю это здесь. Что оставит здесь, непонятно. Шнурок. Папа на базе. Уже. То есть у нас... Тут идет конкуренция между комментариями вот этого чувака Кисадей и между тем, сколько раз написали папа. Пока что, мне кажется, Кисадей выигрывает по количеству, чем папа. Black Blood пишет chill. Incom пишет квадратик. Нормальный коммент. Монстр пишет, не успеваю слушать. Ага, это то, что он выпустил неделю назад еще один трек. У нас, кстати, есть обзор на него. Конечно, он немножко унылый, но и хер с ним. BTF пишет, ура. Диамтез пишет, насрал опять на трэп. Смешно. Леон Лави. Плюг пишет, плюг. Говноед. Ставьте лайк за твой никнейм. Пишет мало припева. Черный плащ был тут до 1000 просмотров. Он был здесь еще до того, как этот клип набрал 1000 просмотров. Молодец. Вот Никитка пишет. Хорош. Дропнул однообразную попсу из 2020 года. Чем-то он прав. Амогус Абобавич пишет. Ну такое, ну такое. Так, ладненько. Давайте будем читать комменты. Там, где больше всего лайков, либо где больше всего лайков. То есть мы уже все, видимо, прочитали. А вот и последний коммент. Аниме пишет, что он услышал, что он Рокет прочитал мимо бита. Вы тоже так услышали? В общем, ребята, это был у нас Рокет. Рокет со своим треком занесло. В общем, пишите комменты, как вам, занесло ли вас под этот трек. Меня занесло
чуточку, как будто я на зимней резине, но шипованной. Вот, меня вот так занесло. В общем, спасибо, что посмотрели. Пока, ребята!